Что ж, друзья, всем привет! С вами снова Даниил. И это уже четвертая серия прохождения игры Машинариум. Ну, что ж, пойдем на улицу со всеми нашими ключами и пистолетами Вантузами. Или Вантузами пистолетами. Что ж, сейчас я ставлю таймер на 10 минут. Мы идем. Приключения. И мы оказываемся на улице. А что я могу сделать? Я могу вот это вот сделать. Я могу почему-то пощупать собаку. Пистолет. Подсказка. Надо ее поймать. А зачем ее ловить? А я думаю, что нам надо перебраться. Угу. Так. Я, кажется, понимаю. Это бачка этой тетки нам надо взять. Сунтик и пройти туда. Это как в одном фильме. Любишь песиков? Любишь песиков? Любишь песиков? Так быстро говорили песиков, что... Что получалось за другое слово? Нам надо достать эту собачонку. Приманить. Ойл. Ойл, 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 ойл. Ойл, ойл, ойл. Маслом приманишься? Я думаю, что дело в масле. Нет, не можешь. Ну, я все-таки подозреваю, что нам надо вот сюда, чтобы каким-нибудь боком отодвинуть эту бочку сюда. Видите, какой сильный у нас робот. Затянуться, подтянуться не может. А бочки катить всегда, пожалуйста. Меня жизнь научила, что всегда надо делать вот так вот. А как мы видим, нам надо, получается, защитить эту бочку. И здесь вся какая-то фигня, и вот здесь какая-то фигня. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, нашли способ. Угу. Нам надо пройти. Я так понимаю, чтобы надо сделать так, чтобы все верхние были вверху, а все нижние были внизу. Видите, чтобы стала всегда вот такая вот точечка между двумя. Я думаю, что мы что-то неправильно сделали. Вот так вот. Мы сделаем сначала так. Потом, я думаю, мы сделаем основательно вот так. Потом вот так. Потом мы сделаем вот так. Это сделаем дело так. Не так, блин. Так, 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 так. Так. Значит, так. Потом так. Потом так. Потом так. Потом так. Потом так.
потом так, потом так, потом так, потом так, потом так. Все получилось вытащить. А я хочу примагнитивать. Затея удалась. Так как в Гарри Поттере шалость удалась. Могу смело заявить, что мы, думаю, в этой серии пройдем эту локацию. Закончим на этом. Кати, раб, кати. И тут такая черточка. Эти вот тут шляпники прятались. Сумчик. Кстати, мол, нельзя сюда заходить, люди добрые. А то вас тоже посадим в кутузку вместе к этим зэкам ко мне. Брэдин, локация мне нравится. Угу. Если так. Угу. Значит, нам чисто теоретически. Блин. Надо вот так вот сделать. Чтобы мы ее отмагнитили на середину от середины вот сюда вот. Ну вот, по идее, все правильно. Сейчас мы становимся. Блин, как он собачки масло. Давай, давай, быстрее, Роб, давай, быстро лакается. Давай, вниз, чувак. Вниз, вниз. Гоу. Ну вот, мы успели поймать эту собаку до того момента, когда она все успела вылезать. Что ж, пойдем к этой мадаме, я думаю, мы на этом закончим. Точнее, думаю, закончим уже в городе. Я надеюсь, что так получится. Такой рисунок. Немножко смешной. Ну да, держи. Конечно, он тут давай. Фрюнгель, мадемуазель Фрюнгель. Я все-таки не понимаю, так зачем нам этот ключ еще понадобится. Но ладно, пускай будет. Ну вот, наш робот смело проходит. Под этой портречкой. Что ж, мы идем, как всегда. Что с нашим вообще случается? Ну что ж, ну надо идти наверх, уже в самый центр города. Ну что ж, ребят, все. На этом мы нашу серию закончим. Увидимся в следующих сериях прохождения этой игры. Все, всем пока.